Здравствуйте, зрители канала у Татьяны. Сегодня мы вместе с вами начнем побелку деревьев. Зачем нужна побелка? Некоторые спорят, что нужна, другие говорят, не нужна. Но все-таки побелка деревьев нужна. И не один раз, а минимум 2-3 раза. Для чего она? Для того, чтобы сохранить наше дерево от солнечного ожога. И для того, чтобы еще не водились всякие насекомые и вредители деревьев. Ну и для красоты, конечно же. Я предпочитаю беру негашенную известь, 2 килограмма, развожу ее в 6 литрах воды, жду, пока пройдет реакция. Потом добавляю к моей извести литру водоэмульсионки. Для чего она? Для того, чтобы известь дольше держалась на деревьях. И по желанию добавляю, кто хочет, добавляет синьку, кто нет. Я вот люблю, чтобы дерево смотрелось красиво, чуть-чуть синим оттенком. Известь должна быть свежая, тогда она хорошо прилипает к дереву и хороший эффект. А водоэмульсионку уже добавляем в конце. Например, вот я уже развела известь с водой и добавила синьку. А теперь в последнюю очередь добавляю литру водоэмульсионки. Все это хорошо размешиваем. Делаем это в перчатках, чтобы кожу не повредить. Масса должна быть такая, как сметана. Если она будет реденькая, на дереве смотреться не будет хорошо. Все, щетка. И начнем побелку. Некоторые люди спорят, что сколько, на какую высоту нужно побелить деревья. Правильная побелка — это если дерево разделить на 3 части. И третью часть белить. Через минут 30-40 деревья высохнут и будет красиво очень. Приступаем к следующим деревьям. Вот таким способом я белю деревья. Они, когда высохнут, будут еще белее, еще красивее, еще наряднее. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока, до скорых встреч!